Хаксамех, дорогая община, с праздником. Сегодня двойной праздник, Шаббат, и сегодня Суккот. И давайте мы встанем перед чтением Торы. Баруха та Адонай Элогейну Мелех Галам Ашер Бехрабану Микол Вегамин Венатан Лану Эт Торато. Баруха та Адонай Нотен Гатора. Благословен ты Господь наш, Владыка Вселенной, избравший нас из среди народов и даровавший нам Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амен. Итак, сегодня праздник Суккот, и мы практически завершаем цикл ежегодного изучения Торы. Те, кто не знает, во всех еврейских общинах, в том числе и мессианской, такой как у нас, значит, изучается каждый шаббат, изучается Тора. И Тора, это пятикнижие Моисеева, оно разбито на 54 части, и значит, в каждую часть входит несколько глав Торы. И сегодня мы изучаем главу, которая называется Суккот или Кущи, и традиционно в этот день значит, изучается глава Левит, глава Левит, 22 глава, 26 стих, 23 глава, 44 стих, этот раздел, и числа 29, 12, 16. Ну, в этом отрывке описываются праздники Господни и отдельно праздник Суккот. И сегодняшнее служение посвящено именно Суккоту. И нам останется еще вот из ежегодного цикла только что отпраздновать что? Шмини Ацерет, или восьмой день праздника, и более известный как Симха Тора, или праздник Радость Торы. Аминь. Итак, о праздниках Господних. Я сегодня буду говорить в связи с тем, что служение оно посвящено Суккоту. Я понимаю, мы о нем будем говорить. Я хочу поговорить именно о праздниках. То есть, значит, немножечко отойти вот, чуть подальше и взглянуть на них со стороны, что такое праздники Господни. И начать я хочу даже, может быть, не с главы Левит, а с Псалма 110. И там со второго стиха сказано так. «Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих оные». Дела его – слава и красота, и правда его пребывает вовек. Памятными соделал он чудеса свои. Здесь говорится о том, что Божьи дела, они славные, они красивые, они совершенные, и они достойны всей славы, и они как памятники стоят в истории еврейского народа, и как памятники они вообще стоят во времени. И я понимаю, что здесь говорится именно о тех делах, которые наш Господь, наш Бог, Он соделал в истории именно еврейского народа. Потому что, например, вот в 102-м псалме там говорится о том, что Бог, Он показал Моисею пути свои, а Израилю явил дела свои. То есть и именно об этих делах здесь говорится, которые как памятники. И если мы посмотрим именно вот на содержание праздников, да, если мы поразмыслим, а что такое праздники Господни, вот, значит, ну, более известные как праздники еврейского народа, хотя вообще-то это праздники Господни, они даны всему народу, мы поймем, почему они даны всем народам, не всему народу, а всем народам. Вот. И можно увидеть, что праздники Господни, они посвящены именно Божьим делам, значит, и эти праздники, они как памятники стоят в истории Израиля. Вот. И они посвящены тем делам, которые были, тем делам, которые есть, еще тем делам Божьим, которые будут. Мы видим, что это обозначает. На русском языке слово «праздник» происходит от слова «праздный», ну, то есть день, в который день, который не работает. На иврите это существительное, обозначающее праздник «моэд». «Моэд» – оно происходит от глагола «яад» и обозначает «назначать», «созывать», «встречаться». И таким образом оно говорит о, ну, если в существительное перевести, оно говорит о назначенном времени, месте встречи или встрече. То есть это не просто время, когда весело, когда классно, давайте повеселимся, покушаем, да. Но главное помнить о главном. То есть о чем говорит этот праздник? Интересно, я размышляя над этим, увидел, что слово «маэт», оно упоминается в первой главе «Бытия». И вы, может быть, некоторые удивятся. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня и от ночи, для знамений и муэд, и времен, да, и дней, и годов». То есть, оказывается, звезды, значит, и особенно солнце и луна, они не отделение
лето от зимы там и так далее. На самом деле тогда еще вообще-то и зимы-то не было, если ну, кто внимательно изучает Библию. Да? А для того, чтобы отделять, показывать людям определенные времена, чтобы они видели, когда предстоит это назначенное время для встречи с Богом. Потому что все праздники Господни, они предназначались для встречи Его народа с Богом, независимо вообще-то от национальности, от цвета кожи и так далее. И уже с этой точки зрения мы давайте прочитаем, уже понимая, да, что такое времена, что такое муэд, давайте мы почитаем, о чем же говорит Господь в Левит 23, это глава, посвященная праздникам Господним, о чем Он говорит. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о муэд Господних, о праздниках Господних, в которое должно созывать священное собрание. Вот праздники мои, Господние праздники. 6 дней можно делать дело, 7-й день – суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священное собрание, которое вы должны созывать в свое время, двоеточие. В первый день, в 14-й день месяца вечером – Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не делайте. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилем и скажи им, когда придете в землю, которую я дам вам, и будете жать в ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп перед Господом, дабы вам принести благоволение. На другой день праздника вознесет его Господь. Ну, я начинаю, как бы, всю главу мы, естественно, читать не будем, в связи с как бы, определенным жанром, как бы, то, о чем я говорю. Вот, значит, и здесь перечислены первые 3 весенних праздника. Песах, праздник опресноков, да, и праздник первых плодов или праздник Омера. Омер называется. И первым перед ними упомянут Шаббат. Вот. Итак, значит, праздники Господни. Шаббат, потом 3 весенних праздника. 3 весенних праздника, в дальнейшем, значит, упоминается один летний праздник, Шавуот, и три осенних праздника. Это, праздник Труб. Праздник Труб более известный как Рош Хашана. Значит, это Йом-Кипур и это Суккот, который мы сегодня празднуем. Значит, Таким образом здесь говорится о 8 праздниках. Да? Шаббат, он стоит отдельно, и 3 весенних праздника, легко запомнить, 1 летний и 3 осенних праздника. Вот. Здесь не сказано о новолуниях, это в другом месте сказано, но я просто тоже напоминаю нам всем о том, что был еще праздник новолуния. И чем как бы, интересен этот праздник, ну, я потом дам как бы, свою версию, потому что о новолуниях, как правило, ну, практически не говорится. Зачем новолуние, там, зачем их праздновать, да? Ну, в общем-то, как бы не совсем понятно. Но они праздновались, мы помним первую главу Исаия, там Бог говорит о праздниках и о том, что к нему приходили люди там с обогренными кровью руками, и типа того, что вот Бог, мы перед тобой явились, такие святые и хорошие. Он говорит, ребята, это что-то немножко не то, я не этого ожидаю от вас. Да? Именно он говорил о праздниках новолуния. Итак, Шаббат. Шаббат – это не я. Ну, это может быть для тех, кто заснул. Итак, значит, суббота упоминается первой, чтобы подчеркнуть особый ее статус. Мы не забываем, друзья, что Шаббат, он начался не со времени закона. Шаббат начался с момента сотворения мира. Вот, об этом еще там тоже скажу пару слов. Вот. И Бог освятил субботу и освятил ее, и у этого дня особый статус. Ну, я не говорю о том, чтобы просто не работать. Нет, значит, в Исходе 31.13 Бог говорит, так он говорит через Моше, скажи сынам Израилевым так,
Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды и роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий ваш». Суббота – это знамение, друзья. И то, что мы здесь, мы, понимаете, это тоже является знамением, во-первых, что Творец, Он есть, что мы верим в Него, и что мы пришли поклониться, прославить Его и воздать Ему всю подобающую честь. Давайте мы сейчас похлопаем. Он достоин всей славы и всей хвалы, наш Бог. Значит, я всегда удивляюсь, я много раз говорил о том, что в эту субботу мы, бывшие грешники, понимаете, ныне святые во Христе, значит, мы стоим здесь, вот, и я первый, потому что я говорю, я был бывший атеист, коммунист и так далее, который проводил атеистические чтения, а ныне, вот, как видите, комментирую Тору, я очень рад этому, слава Господу. Это аллилуйя. Итак, но суббота – это не только знамение, друзья. Суббота – это стержень израильского народа. Ибо в Исходе 19:6 Бог сказал: «Вы будете у меня царством священников». Задача и миссия еврейского народа – быть царством священников. Он не очень выполняет эту миссию, но Слово Божье говорит о том, что он исполнит это. В последнее время он исполнит это, и будет храм еще один, и там будут священники из еврейского народа, и туда будут приходить в субботы и в суккоты, туда будут приходить, написано, все народы, и они будут поклоняться Богу. Все народы абсолютно будут приходить. Аминь. Слово Божье, оно всегда исполнится, и еврейский народ, он также будет исполнять свою миссию. Каждый еврей будет исполнять свою миссию. И сейчас мы очень быстро мы рассмотрим, простите за то, что я, может быть, не скажу всего, что нужно сказать о праздниках. Вот, значит, но я постараюсь, может быть, основное. Итак, семь праздников. Да? Семь праздников. Это, значит, первые весенние праздники. Три весенних праздника. Песах, праздник опресноков и праздник первых плодов. Песах, это, конечно, исторический праздник. Он, ну, прежде всего, он напоминает о том, что еврейский народ таки он был реально в историческом событии. Значит, это произошло с ним реально, и эти миллионы людей, они были впервые в истории всего человечества, они были вызволены из рабства, выведены в землю обетованную, в конце концов, значит, Бог исполнил свое слово, и значит, еврейский народ получил землю обетованную. Но все началось с исхода, все началось с Песаха. И этот праздник, он не только, знаете, вот как праздник того, вот, что Бог явился в данном случае не просто как Бог одной семьи, например, да, вот, или там одного племени. Он явился как Бог истории, да, как Бог, творящий историю, как Бог, который открылся всему миру именно через это событие прежде всего. Ну, имеется в виду в этот исторический участок времени. И этот праздник, он полон значений и символов, связанных с Мессией. Мы знаем, что Песах мог состояться только благодаря тому, что кто-то умер для того, чтобы первенцы Израиля, они были спасены. И это был безгрешный Агнец. Вот. И 53 глава Исаии, она говорит о том, что будущий Мессия, он тоже будет Агнцем. Он будет, значит, как овцой, ведущий на заклание, он будет как Агнец молчать перед стригущими его, то есть он будет молчать перед избивающими его и так далее. Вот. Значит, то есть Песах – это напоминание нам о Мессии, и это, конечно, нам, верующим, напоминание о том, что это личный наш исход. У нас когда-то был личный исход из царства греха, да, наш личный Песах. Вот. И что это мы сделали? Благодаря нашему Мессии, еврейскому Мессии, Машиаху, Иешуа. Слава Ему! Праздник опресноков, Хагга Мацот, он отмечался вместе с Пасхой. Между праздником опресноков и праздником Песаха не было расстояний, не было, понимаете? То есть, и для верующих этот праздник говорит о, как говорил апостол Павел, о жизни без закваски греха, жизнь с опресноками чистоты и истины. Это 1 Коринфянам 5:5-8. Во время этого праздника, значит, евреи, они едят мацу, то есть хлеб
с такими, значит, дырочками, вот, проколотый хлеб. Для мессианских евреев, значит, маца, она напоминает о теле нашего Мессии, который был ломим за грехи наши. Не мы пострадали, но он пострадал для того, чтобы мы имели дар вечной жизни. Далее идет сразу же, значит, на третий день, получается, Песах. Первый день начинается праздник пресноков, и, получается, на третий день начинается праздник первых плодов. Он празднуется, получается, на второй праздник опресноков. В этот праздник евреи приносили первые плоды, это снопы ячменя. Вот. Этот первый урожай считался залогом большого урожая в будущем. Для нас он обозначает воскресение Иешуа и обетование того, что произойдет с нами, потому что в Коринфянам тоже 15 главе сказано, но Мессия воскрес из мертвых. Друзья, Мессия, он, наш Мессия, который Иешуа, он умер на Песах и воскрес именно в этот праздник, именно в праздник первых плодов. И Брит Хадаша, она говорит о том, что Мессия воскрес из мертвых, первенец из умерших, так в Мессии все оживут. Это для нас огромное благословение, и это то, что в свое время оно произойдет, потому что все происходило, и это произойдет. Итак, четвертый праздник, праздник, который между весенними и осенними, это праздник Шавуот или праздник Седмиц, он проходил через 7 недель, поэтому Седмицами называется, или Пятидесятница, более известный в христианских кругах, потому что, значит, ну, этот праздник, во-первых, праздник урожая, праздник пшеницы, вот, и, значит, это был тоже праздник и урожая, праздник плодов. И в это же время, по расчетам раввинов, в это время была дарована Тора. Так что здесь как бы соединяется в этом празднике и хлеб, сошедший с небес, да, и с земным хлебом, то есть тем хлебом, который Бог дает народу своему. Потому что, значит, для человека, для его души нужен как физический хлеб, так и хлеб духовный, вот, который есть наша Тора. Символично, что среди жертв, которые приносились в этот день, были два хлеба, испеченные из муки нового урожая. Это единственные хлеба, которые приносились с закваской. Эти два хлеба символизируют иудеев и язычников, из которых Бог создал одного нового человека. И после Шавуота наступал такой период длительный, в 4 месяца, когда не было никаких праздников. Этот период, ну, можно сказать, он символизирует время тела Мессии, время, в течение которого мы с нетерпением ожидаем возвращения Мессии. И осенние праздники. Осенние праздники, они для нас как-то, ну, более сейчас вот понятны, да, потому что мы недавно их отпраздновали. Вот, это праздник труб, он приходится на первый день 7 месяца и более известный нам как Рош Хашана. Но мы не забываем, друзья, что это не просто Новый год. Друзья, это далеко не Новый год, понимаете? Смысл этого праздника – это не просто Новый год, к которому мы привыкли, да? Давайте отпразднуем, сделаем оливье и так далее. Нет, друзья, это праздник труб. Это те праздники, которые в Иешуа, они еще не… Это те дела Божьи, те памятники, которые говорят нам о будущем, которые говорят о приходе Мессии. Потому что в 1 Фессалоникийцам апостол Павел говорит, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и празднике и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Это будет именно в это время, друзья, это будет в это время. Вот. Поэтому мы всегда должны помнить, и понимаете, и это время, оно как бы, это время каждый год, оно не, и каждому еврею, и нееврею должно напоминать о том, что и Мессия придет. Он встретится с нами, с каждым из нас, он спросит. Вот, значит, он очень хочет, чтобы он каждому мог сказать: «Войди в радость Господина своего, добрый и верный раб». Аминь. И будет Йом-Кипур, значит, день искупления, который он происходит на 10-й день, через 10 дней после праздника труб, да, то есть праздник труб, он как бы возвещает, что-то будет происходить. Именно на Йом-Кипур нечто происходит. На Йом-Кипур, как свидетельство о будущем, да, значит, входил, ну и, естественно, за грехи народа настоящие, входил первосвященник. Он входил два раза. Первый раз он носил кровь тельца за свои грехи и своего дома, и второй раз за грехи всего народа он входил, я имею в виду, святое святых. Слово говорит о том, что Иешуа, он вошел во святое святых один раз. Ему не надо было приносить
за свои грехи жертву, да? Он вошел со своей кровью для того, которая свидетельствует во искупление наше, вот, во искупление всех верующих в Него. Этот день служит, я верю, что этот день служит предзнаменованием национального покаяния Израиля, когда верующий остаток придет к Мессии и будет прощен. Об этом говорится в Захарии 10. Там говорится о том, что Он, Бог, Он изольет на дом Давида и на весь Иерусалим дух умиления и благодати, и они воззрят на того, которого простили, и будут рыдать о нем, как о единородном сыне. Я верю, что это говорится здесь, именно оно говорится об этом. Вот. Ну, радостная весть в том, что есть праздник Суккот, да? Что все те, которые размышляют о своей жизни, все те, которые восстановили отношения с Богом, все те, кто верят в Бога и верят в Его Мессию, те, кто живут, ходят перед Богом, да, исполняют заповеди Его, они значит, войдут в эту радость, в этот праздник Суккот, который говорит, первое, значит, ну, он напоминает евреям о прошлом Песахе, да, и об исходе это кущи. Вот. Он говорит, плоды, они напоминают о чем? Они говорят о обеспечении, Божьем обеспечении, радости, и они же говорят о том, они говорят о царстве Мессии, что будет тысячелетнее царство Мессии, в котором все будет хорошо. Вот. Значит, и готовясь к этому комментарию, я понял как бы для себя одну вещь. Божьи праздники со дня сотворения мира, они были всегда. Может быть, мы об этом не думали, знаете, но они были всегда. Они не только вот начались с 23 главы, значит, Левит. Я думаю, что и у меня большая внутренняя уверенность о том, что Адам, значит, он знал, для чего луна и солнце. Он был весьма любопытным человеком. Почему я говорю об этом? Потому что когда к нему привезли всех этих слонов и так далее, у него проблем не было. Он сказал: «О, слон». Вот, там вот крокодил там или еще что-то. Он все знал, потому что отец ему все рассказал. Он явно ему рассказал, значит, и о луне, и о солнце. И зачем они предназначены? Что это Моэд. Для Моэд, понимаете? Вот, поэтому я верю, что он знал, что такое Шаббат, и он знал, что, как минимум, и что такое новолуние. И у меня как бы есть тоже такое понимание, когда впервые об этом подумал, о том, что знаменитое жертвоприношение Авеля и Каина, оно тоже состоялось, ну, не просто. Например, давайте мы в среду там, да, или там во вторник. Не-не-не, я верю, что оно тоже состоялось, знаете, так вот, совершенно осознанно и в определенное время. И в связи с этой мыслью я увидел праздники Господни, знаете, немножко так вот, как-то необычно. Я их увидел, вот представьте себе, такая линия, ну, как ниточка такая, да? Красивая такая нитка, и на ней нанизаны праздники Господни. Вот как жемчужины, их тысячи жемчужин, шабаты, как драгоценности такие, побольше немножко драгоценности, такие, я их почему-то увидел такими, знаете, вот бриллиантами, да, это новомесячие. Почему новомесячие важны? Потому что новомесячие, они как бы говорили о приближении праздников. Наступал какой-то месяц, это было в новомесячие, да, я хочу сказать, что в истории, значит, в жизни еврейского народа это было серьезное событие. Синедрион в этот момент сидел, ждал, и первый прибежавший, который видел, говорил: о, месяц, все, новый месяц, все, и издавался, значит, циркуляр, и все, всем сообщали, новый месяц наступил, понимаете? То есть и каждый месяц он свидетельствовал о чем? Он свидетельствовал о том, что что-то приближается, понимаете? Приближается не просто праздник, а приближается встреча с Богом, потому что мы не забываем, что каждый праздник – это была встреча с Богом. Народ приходил к Богу и познавал святость Бога, Его величие, Его силу, Его красоту, познавал свою греховность и познавал то, что кто-то должен умереть для того, чтобы я имел это общение с Богом, потому что святость Бога, она не могла выносить грехов человека, понимаете, она просто не могла это выносить. Что-то должно было покрыть или смыть это. Вот. И что и сделала кровь Иешуа. Поэтому, вот, значит, да, и я не говорю же дальше, каждый праздник вот из семи, да, три праздника осенних, да, один летний и три весенних, летний и осенних, да. Вот мы представим себе, ну, в виде, может, изумрудов, может, там еще там чего-то, аметистов, вот. Такое получается красивое колье, женщины меня понимают. Ну, понимаете, да, значит, жемчужинки, драгоценности, да, бриллиантики, и еще потом такие красивые изумруды там, и другие. Вот. То есть это, с одной стороны, такое Божье колье времени, можно, Божье колье истории. Вот. И это же то, что было, есть и будет. Друзья, ведь был первый шаббат
да? Значит, и будет последний шаббат. И знаете, я так верю, что вот этот восьмой день, который мы празднуем после Суккота, да, вот восьмой день, он тоже напоминает нам именно, то есть если Суккот сам говорит о царстве Мессии, то этот восьмой день, который, кстати, празднуется дома, да, ничего не, верующим ничего-то не напоминает? Дома. А где дом верующего? Понятно? Вот, вот именно это время, когда мы будем в том небесном Иерусалиме, да? Вот, когда мы увидим Иешуа, который есть живая Тора, и это будет действительно, друзья, это будет действительно радость, вот, полная радость Торы, да? когда мы увидим, когда мы встретимся, и когда мы все вместе ощутим. Я желаю каждому, вот, чтобы это состоялось в жизни каждого из вас во имя Иешуа, который есть Мессия, Израиля, который есть Мессия всего мира. И благодаря только Иешуа, который есть Мессия, все народы смогли войти в радость еврейского народа, которые могли в жизни которых вот исполнилось вот это призвание еврейского народа быть светом. Только благодаря еврейскому народу, в котором родился Мессия, этот свет, он дошел до всех народов. И теперь каждый, независимо от цвета кожи, от вероисповедания, независимо, богатый, бедный, взрослый он, старый, молодой, каждый может получить спасение, и каждый может войти в радость Мессии. Аминь.